Совсем скоро на телеканале НТВ состоится премьера 3-го сезона из сериала «Первый отдел». В продолжение «Старший следователь» по особо важным делам полковник юстиции Юрий Брагин продолжает нести службу в первом отделе 2-го следственного управления СК России. Опытному следаку, как и прежде, приходится расследовать самые сложные и запутанные дела по всему северо-западному региону. В это же время жена героя Вера Брагина решает сложить с себя полномочия судьи и сдает экзамен на адвоката. Это приводит к конфликту в семье. Юрий, большую часть своей жизни расследовавший преступления и отправлявший преступников за решетку, не понимает жену, которая теперь защищает мошенников и убийц. Резко меняется и жизнь Миши Шибанова. В новом сезоне опер уголовного розыска встречает любовь всей своей жизни, успешную предпринимательницу Ольгу. Молодой человек начинает ценить семейный уют и даже подумывает об увольнении из полиции, однако Шибанов еще не знает, что расследование обстоятельств гибели криминального авторитета Сергея Радулу по прозвищу «Радуга» приведет к непредсказуемым последствиям. Честному полицейскому предстоит сделать нелегкие выборы между личной жизнью и служебным долгом. К своим ролям вернутся Иван Колесников, Сергей Жарков, Елена Вожакина, Сергей Комаров, Владимир Литвинов, Александр Разбаш, Данил Слуцкий и другие. Премьера 3-го сезона сериала «Первый отдел» состоится уже осенью этого года, а точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.